общем, едем сейчас за Каролиной. Сори, что музыка так громко играет. Сейчас по дороге еще поснимаю. Едем, в общем, в школу сначала за ней. А потом едем во дворец школьников записывать ее в секцию художественной гимнастики. В общем, мне тут написали, что неплохо было бы снять рум-тур. И я вспомнила, что я реально как бы ничего такого вам не снимала. Но сразу скажу, что... То, как сейчас мы живем и как сейчас все выглядит, это, конечно, далеко не окончательный вариант. Впереди еще много-много всего, чего надо сделать. Живем мы только 2 месяца вот здесь. И как бы пока вот то, что есть, то есть. Давайте я переверну камеру. В общем, находимся мы с вами в прихожей. Вот она, собственно говоря, дверь. Здесь же вот эти все счетчики, ля-ля-ля, домофон. Сюда, естественно, мы планируем поставить прихожку на заказ, чтобы занять, как бы, вот сейчас покажу, вот эту вот всю зону. И здесь где-то повесить зеркало. Здесь вот будет как бы шкаф, вешалки, тумба под обувь и так далее. Пока, видите, вот это вот все вот так находится. Из прихожей мы сразу попадаем в зал. Значит, зал. Зал у нас практически тоже не заполнен. Сюда мы, конечно, планируем новый угловой диван, который займет большую часть комнаты. Здесь, скорее всего, будет какая-то зона, может быть, тоже будет стеллаж какой-то. Здесь, может быть, тоже будут книги, фотографии и так далее, еще точно не решили. Но зал мы планируем сделать минималистично. Пока вот здесь висит телевизор, муж хочет поставить здесь колонки для домашнего кинотеатра и сюда поставить нормальную тумбу под телевизор, в которую можно будет поместить вот это вот все, как бы, да. Естественно, это такой паласик наш домашний, который мама передала, одеяльце такое, дети на нем играют. Вот, ну, конечно же, покрытие нужно какое-то, ну, в смысле, какой-то коврик. Вот, такой вот зал. Шторы из нашей прошлой квартиры и тюль тоже. Естественно, я хочу какие-то другие. Там у нас балкон. Балкон довольно большой. На балконе сейчас тоже куча всего стоит, которые мы еще, в общем, не определили. Разные шмотки, лыжи там, санки и так далее. Так, пойдемте, значит, дальше. Да, кстати, все удивляются, что у нас здесь стоит батарея в прихожей. Реально очень жарко от нее. Так, если мы идем из коридора прямо, заходим, получается, в спальню. Спальню я показывала, но, может, кто не видел. Тут, в принципе, практически все так же, как было в той моей спальне. Туалетный столик наш, кровать и, получается, шкаф. Здесь кресло тоже из той нашей спальни. Что мы хотим с мужем? Мы хотим кровать, естественно, другую. Скорее всего, поставим ее к этой стене. Вот, здесь тоже будет свободная зона от кровати, здесь что-то будет, вот как здесь, пустое место, будет такое там, и что-то там мы организуем, не знаю еще что, подумаю с мужем, потому что место остается, вот видите, свободное, сейчас пока там всякий хлам, но вот что-то надо организовать. Естественно, тоже хочу другие шторы и другую тюль. Что касается моего столика, в принципе, он меня всем устраивает, но я хочу спальню светлую. И он, наверное, не будет вписываться именно по цветовой гамме. Ну, не знаю, пока не планирую его менять. Он очень функциональный для меня. Вот, там, видите, в углу у меня блогерские мои штучки. Тоже хочу организовать этот уголок для всяких. Может быть, свет у меня появится наконец-то, что-то такое. Ну, скорее всего, что-то такое будет там храниться. Шкаф тоже наш старый. В принципе, тоже его планируем менять. Ну, пока вот он вот такой вот он у нас тут стоит. Ну, довольно... Довольно вместительный, по крайней мере. Так, выходим. И самая большая у нас детская. Сейчас тут, конечно, кавардак страшный. Игрушки, игрушки. Здесь планируется шведская стенка для детей. Вот. Здесь стоит стол рабочий, за которым Каролина занимается. Я тоже сижу за компьютером иногда. И Роман смотрит иногда вот тоже что-то, мультики. Вот. Здесь тоже пока свободное место. Стеллаж наш книжный. Комоды детские для одежды. Получается, спальное место. Тут белье мое для Глашки. Вот. Планируется двухъярусная кровать вместо вот этих двух. Скорее всего, будет у нас стоять здесь. И вот этот диванчик, на котором сейчас спит Каролина, он будет у нас гостевой. Мы его куда-нибудь приспособим.
оставим его. Вот. И планируется еще поставить большой шкаф для одежды детской Каролине и Роману, чтобы, скорее всего, от этого комода мы избавимся, этот оставим, и будет еще шкаф. Я думаю, этого будет достаточно. Так, потом здесь у них полка книжная, здесь планируется, пока обоев нет, какие-то наклейки детские с Алиэкспресса мы хотим заказать. Отдельно Роману, отдельно Каролине, на разную тематику. Вот. Вот так вот, в общем, пока так. Значит, выходим из детской, идем по коридору. Вот, кстати, кто хотел, чтобы я показала кота? Его я, наверное, вообще отдельно поснимаю, потому что он, видите, убегает от меня. Окей, ладно, по коридору, если мы идем, то вот сразу перед нами прямо это ванна. Вот. Ваня меня пока все устраивает, но мы с мужем, конечно, планируем вот это закрыть. Надо будет ему сделать. И вот видите, есть кое-какие вот такие недоделки, их тоже нужно доработать. Сюда, конечно, зеркало, какой-то, может быть, полочку под зеркало, вот. Так, туалет. Туалет у нас подвергнется колоссальной реконструкции. Здесь вот просто тумба со всякой фигней. Вообще я планирую здесь, точнее, мы планируем на этом месте душевую кабину, ну, довольно большую, вот. Здесь, скорее всего, будет стоять какой-то шкаф для всякой бытовой химии, которая вот сейчас здесь находится, и которая в ванне находится, все будет стоять здесь. Вот. И, ну, собственно говоря, что у меня еще? Что еще в туалете показать? Вот здесь, кстати, есть старое наше зеркало и раковина. Ну и заходим на кухню. На кухне очень солнечно. Кухня довольно большая. Мне очень нравится наша кухня. Вот, ну, вот здесь вот, как я не помню, я же показывала вам, по-моему, кухню, да? Кухня не новая, но пока она меня устраивает, она довольно уютненькая такая. Вот, кухня тоже планируется, конечно, на заказ, чтобы все вот это пространство правильно организовать. Конечно, я хочу вытяжку вот здесь вот. Варочная, скорее всего, будет панель отдельная, и отдельная духовка, ну, в будущем. Пока, конечно, так. Ой, девочки, как надавать себе по рукам? Не всегда я застилаю, в общем, эту, как ее, доску кладу. И вот уже, видите, я ее всю расцарапала. Ну, то есть она была, конечно же, вот такого вида. И я ее тоже, конечно. Ну, ладно, в принципе. В принципе, пойдет. Так она меня устраивает. Вот, что еще? Здесь у нас балкон. Обожаю свой балкон на кухне. Здесь всегда солнечно. Я люблю там сушить, видите, белье. И очень классно оно здесь проветривается. У нас как бы балкон кухонный для того, чтобы сушить белье и что-то там из продуктов хранить. Ну, такое вот, знаете. А балкон, значит, в зале для вещей. Здесь у меня тарелки, видите, которые я вам показывала. Буду их отмывать. Вот, стол, конечно, тоже у нас старенький. Я тоже хочу круглый стол, но другой. Может быть, побольше. Ну, естественно, стулья одинаковые, они такие разномастные, как сейчас у нас. Вот. В принципе, я на кухне больше ничего не хочу. Я хочу, чтобы она была такая же, как сейчас. В ней много места, все как бы помещаются, всем нравится, довольно уютно. Мне здесь нравится находиться, и не хочу ее захламлять, честно говоря. Точно так же, как не хочу захламлять зал, чтобы он был более свободный. И точно так же, как не хочу, чтобы на балконе хранился всякий хлам. Я хочу, чтобы балконы у меня были тоже как бы такие свободные. Показать. Он потому что шальной вообще, видать, чувствует весеннюю погоду. О, сейчас сниму. Ну вот он. Вот он, этот мордастый красавец. Мы его, конечно, очень любим. Он у нас, конечно, такой парень своеобразный. Видите, вот эти вот у него возле глазок, как бы такие, не знаю, как назвать, потеки. Советовались мы с ветеринаром, сказали, что это, скорее всего, особенность породы, из-за того, что, видите, у него носик такой короткий. Вот. Ну, я ему их очищаю, конечно же, периодически, их только самостоятельно очищать надо. Ну, не всегда они у него
Всегда они у него возникают, но вот когда возникают, надо самим очищать. Бывает, знаете, периодически у него глазик прям болит, он становится красный. Я ему его лечу, ну, в общем, как-то так. Особенности породы, так сказать. Он у нас, как нам сказали, вроде как шотландской породы, но не вислоухий, обычные у него ушки. Вот, ну, конечно, красавец он у нас, и у него такая приятная, ну, в общем, шерстка. У нас у мамы другой кот, обычно не породистый, вот у него шерсть абсолютно другая, а у Персика она такая более, знаете, вот не любит, когда я его глажу, если честно, вообще не любит, чтобы его трогали. Он может сам прийти, он не особо ласковый такой в этом плане, может сам прийти, но на руки не возьмешь его, не нравится он такой вот. Вот такой вот он, видите, шальной парень, короче. Вот. И своеобразный, конечно, своеобразный кот. Он еще молодой, ему чуть больше года. Естественно, он бегает, носится, прыгает. Ему все интересно, ему все нравится. Вот. Так что, конечно, я не говорила, но дети у нас, ну, точнее, Каролина, очень просит собаку еще. Я не знаю, честно говоря, что делать с этим ее желанием. О, здрасте! Привет! Привет, Рома! Не порви наушники! Вот дома на жарко, видите, и Роман ходит в одних труселях. А Персик от него прячется, потому что Роман за ним бегает. Да, Рома? Кто это? Кота! Скажи кот! А скажи мультики! Вот так вот мы разговариваем. Так, в общем, продолжаю влог. Мы сегодня дома, потому что Каролина заболела, к сожалению. Она у меня болеет редко, но метко. В общем, застыла она, и плюс еще у нас вирус ходит по городу. Не знаю, что именно это. Врач приходила, назначила лечение. И, в общем, там будем лечиться теперь дома, пока посидим. Мы, кстати, вот недавно были в магазине, в специализированном, где все продается для гимнастики и для танца. Называется «Мир танца», находится по проспекту Сыроарка. Кому нужно, я, в принципе, могу дать контакты, если вы еще не знаете магазин. Там продаются специализированные аксессуары для занятий танцами и для занятий художественной гимнастикой. Вот, нам Каролине надо было приобрести обруч и скакалку новую, вот, купили мы скакалку, сама она ее выбрала, скакалка, не знаю, что за фирма, какая-то испанская, трехметровая, ну, отрегулируем по ее росту, и хотела вам обруч показать. Обруч, с обручем Каролина еще не работала, обруч это будет что-то для нее новенькое, и обруч специально под ее рост мы там выбирали. Обруч 75 сантиметров в диаметре, фирма Пастарелли. Вот, ну и сразу чехол для него сейчас покажу. Вот, вот такой вот чехол. Есть, конечно, покруче чехлы, но, честно говоря, даже этот был довольно дорогой. Я уже не помню сколько, то ли 2, то ли 3 тысячи. Обруч сам вот такой вот обычный, он пластиковый, белого цвета. Я сама не в курсе была, но, оказывается, их, соответственно, костюму, соответственно, выступлению обклеивают специальной яркой лентой, вот, и таким образом он приобретает тот цвет, который нужен гимнастке для выступления. Пока вот у нас такой. Ну, посмотрим, что тренер скажет, надо его чем-то обклеивать, не надо, или пусть пока так занимается. Вот, вот такой вот обруч. Вот, ну как назло, вот не знаю, Каролина пойдет в среду на занятия или нет, как она себя будет чувствовать. Сегодня понедельник, занятия у нас по средам и пятницам. И вот, она, конечно, хочет, и пропускать тоже нежелательно. Ну, посмотрим, как она будет себя чувствовать. Так, сегодня мы с вами распакуем посылки с FlipKZ, с сайта FlipKZ. Я сейчас попытаюсь, чтобы вы меня видели. Так, вот она я. Значит, две большие такие, точнее, одна большая, одна маленькая посылочки. Курьерская доставка была в этот раз. Давайте начнем вот с этого маленького коробочка. Здесь у меня, в принципе, всего, наверное, две вещи.
немножко ошуршу, но не против. Так. Первое, значит, это вот такие вот ручки. Я Каролине заказала с мишариками, чтобы было интереснее делать уроки. Две такие ручки, 0,7 мм стержень, стоили 200 что-то там тенге. Вот, вот такие вот ручечки. И второе, это уже для меня. Вот такая вот подводка Vivienne Sabot в черном цвете. Ее я поближе покажу. Покажу уже, наверное, на себе. Не знаю еще, как подводка, но мне ее очень-очень советовали. Вот нашла ее на сайте Flipkize. Так, и теперь будем распаковывать, в общем, вот эту вот здоровенную посылку. Здесь я заказала товары в основном для дома. И мы с вами вместе их посмотрим сейчас. Так, в общем, я ее раскрыла, чтобы сильно не шуметь. И первое, что я здесь достаю, это вот такой вот поднос. В принципе, довольно обычный, пластиковый, белого цвета. Его надо помыть, потому что что-то тут вы испачкали. Но у меня не было вот такого круглого подноса, на который можно положить тортик, на который можно положить блинчики. Не знаю, что еще. В принципе, даже бешбармак можно на него положить. Но очень удобная в хозяйстве вещь, стоила она. Так, у меня где-то далеко чек, но потом я его найду. Он стоил, по-моему, где-то 500 тенге. Очень недорого и, я думаю, в принципе, неплохой. Так, а вот и нашелся чек. Давайте сразу буду говорить. Поднос, значит, стоил с моей скидкой. Я немножко вам соврала. Получается 770 тенге он стоил. Так, дальше вот такая вот бутылочка пришла для Каролины. К сожалению, она пришла не того цвета, которого мы хотели, но тем не менее. Это фирма Fisman. Фирма Fisman, насколько я знаю, очень ценится. Вот так вот выглядит бутылочка. Их там много разных вариантов на сайте, но мы заказали, которая 600 мл. В принципе, не так мало, не так много. Так как мы опять возобновили тренировки, нам надо и на гимнастику, и в школу, и в принципе скоро лето, я думаю, пригодится. Здесь вот так вот она откручивается, и обычный такой поильничек. Но говорят, что они очень надежные, что не проливаются, и надеюсь, хорошо нам послужат. Здесь, правда, какие-то вот остатки от клея, но я думаю, мы с Каролиной их очистим. Вот, вот так вот удобно, в принципе, ее можно носить. Вот такая вот бутылочка. Так, сейчас я вам скажу, сколько она стоила. Она стоила 1305 тенге с моей 10% скидкой. Так она стоит 1450. Да, 1450. Тут пришел мой помощник, так что вы не удивляйтесь, если что. Мама! О! Да. Следующее, давайте посмотрим. Это вот такой вот замечательный, очень красивый салатник. Такого глубокого синего цвета, мне кажется, довольно приятный, довольно красивый, пластиковый, не бьющийся, и он, по-моему, стоил тоже недорого. Сейчас я его Ромке дам. Вау, Ромка говорит. Так, значит, салатник стоил 605 тенге с моей скидкой 544. Так, вот эта вот здоровенная штука, это комплект тарелок. Флип очень хорошо их упаковал, как вы видите. Я их открою и покажу вам. Пока отложим. Давайте посмотрим, секундочку, Роман. Это вот масленка. Сейчас мы ее тоже откроем. Ром, давай откроем. Куда мама уже делала ножницы? Куда мама делала ножницы? Вот они. Да. Вот такая вот очень удобная масленка. Довольно симпатичная. В принципе, простая, но довольно яркая, веселенькая. Вот такая вот масленочка. На, Ромочка. Вау! Вау! Это? Дай я покажу. Это? Потом здесь еще была книга, которую я заказала тоже по многочисленным положительным отзывам автора
норвежского, по-моему, или какого-то скандинавского. Детектив номер один читает весь мир. Снеговик. Вот так выглядит. Я думаю, вы знакомы, в принципе, либо с этим автором, либо с этой книгой, потому что уже даже фильм по ней сняли. Буду с удовольствием читать. Так, сейчас скажу, сколько стоила книжка. Книжка стоила 1004 тенге. А, значит, масленка стоила 452 тенге без скидки. И со скидкой 407 тенге. Так, потом посмотрите, вот такая миленькая корзинка. Там на флипе их разные варианты, побольше, поменьше. Я заказала вот такую, поставлю ее на раковину и составлю туда бытовую химию, чтобы она на раковине мне не мешала, состояла в одном месте. В принципе, такую штуку можно взять в ванную, тоже туда какие-то положить мелочи. Наверное, я тоже еще одну закажу для этого. Можно для косметики, можно еще для чего-то. Ну, в общем, удобная корзинка. Так, моя, значит, стоила со скидкой 576. Она большая у них считается на сайте. Без скидки 640. Ну, в принципе, недорого. Так, и бокалы, то есть даже не бокалы, а вот такие вот стаканы. Стаканы вальса. Вот так вот они выглядят. Вот такие вот стаканчики. Мы их взяли, в принципе, под сок. Но у нас любят некоторые мужчины, которые бывают в гостях, пить виски. Я думаю, что для виски они тоже подойдут. Вот так вот они выглядят, в общем. Мне кажется, прикольно. Так, ну теперь, наверное, откроем тарелки вместе с вами. Что-то у нас фирмы Luminar. Вот такие вот большие тарелки под второе. 8 штук я заказала. Сейчас я собираю, так сказать, комплект посуды такой, который не стыдно подать гостям. Вот такие вот тарелочки будут у нас под второе. Из этой же серии хочу заказать тарелки под первое. И, конечно же, столовые приборы обязательно тоже красивые. Очень хочется красивую посуду иметь дома. Вот эти наклейки, конечно, надо будет как-то удалять. Короче, вот такой вот трюк по удалению с новой посуды наклеек. Я его вычитала в интернете, он реально работает. В общем, что делаем? Берем фен, берем тарелку, да, включаем фен, хорошенечко нагреваем. Это занимает, наверное, минутки-две. Теперь мы аккуратненько подцепляем. И из-за того, что клей разогрелся, он удаляется, видите, без следов. Это просто супер трюк. Это просто супер трюк, девочки и мальчики.